Панель сигнализирует о некоторых неисправностях в работе котла. В случае, если панель не работает и не включается, в первую очередь следует проверить питание. Если все исправно подключено, то поврежден узел мощности или плата управления. В такой ситуации необходимо сконтактироваться с авторизованным сервисом Коспел. В случае, если мигает индикатор насоса, в первую очередь необходимо проверить и открыть все клапаны в отопительной системе и прочистить фильтры. Далее проверьте и попробуйте разблокировать насос. Если проблема не решена, обратитесь в авторизованный сервис Коспел, так как есть вероятность повреждения датчика протока или другая неисправность в отопительной системе. В случае, если мигает индикатор нагрева, проверьте рабочее состояние приоритетного устройства, подключенного к разъему NA. Попытайтесь вынуть провода из разъема и установить перемычку. Если котел дальше не работает, это может означать неисправность блока управления. Свяжитесь с авторизованным сервисом Коспел. В случае, если индикатор нагрева не горит, разомкнутые клеммы РП. Проверьте настройки комнатного регулятора. Отсоедините провода регулятора из разъема РП и вставьте перемычку. Если котел и дальше не работает, это означает неисправность блоков управления. Свяжитесь с сервисным центром Коспел. В случае, если мигает индикатор температуры обратки, а на дисплее отобразится символ «Э», поврежден датчик температуры обратки и котел работает в аварийном режиме. Обратитесь в сервисный центр Коспел. В случае, если мигает индикатор температуры подачи и на дисплее появится символ «Э», поврежден датчик температуры подачи и котел не греет. Обратитесь в сервисный центр Коспел.